Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники. Мы рады вас приветствовать на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Экспортер года». Премия учреждена постановлением правительства Российской Федерации в целях поддержки и развития экспортного ориентированного бизнеса, выявления и поощрения лидеров экспортной отрасли, внедрение и масштабирование лучших практик в сфере международной торговли. И мы находимся здесь, на площадке в Южном федеральном округе. На данный момент завершен окружной этап. И совсем скоро начнется торжественная часть, церемония награждения победителей «Экспортер года» в Южном федеральном округе. Второе место в номинации «Экспортер года» в сфере промышленности, категории «Малое и среднее предпринимательство». Акционерное общество «ЖАСКО», Волгоградская область. Заместитель директора компании Юлия Полежаева поднимается на сцену. Под ваши бурные аплодисменты, Юлия Владимировна. Предприятие успешно работает на рынке с 92 года. Партнеры и заказчики ЖАСКО, сотни предприятий малого и среднего крупного бизнеса, расположенных на территории России, стран Евразэс и Европы. То ли еще будет? Поздравляем вас. Понесете все. Отлично. Всероссийский конкурс «Экспортер года», организованный Российским экспортным центром, проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. С каждым годом число участников «Экспортер года» стремительно растет. Главная цель – показать и поощрить тех предпринимателей, на которых стоит равняться. Церемонии награждения победителей и призеров проходят с октября до середины ноября. Экспортный десант представителей Российского экспортного центра, федеральных профильных ведомств и бизнес-сообществ посетит все 8 федеральных округов. Первое мероприятие прошло в Северокавказском федеральном округе. Теперь пришла очередь наградить лучших экспертов в Южном федеральном округе. Торжественная церемония проходит 1 октября в Краснодаре.